привет. Я думала, ты уже определился с подарком? Конечно, определился. Именно поэтому я и хочу тебя отблагодарить. Ну, тебе это совсем не похоже, но продолжай. Лена, ты как всегда. Ну, просто меня спросили, вот что точно может понравиться Лене? Я подумал, что это... Сумочки. Сколько их должно быть у девушки, неизвестно даже британским ученым. Ясно одно, чем больше, тем лучше. Следуя этому принципу, икона стиля Виктория Бекхэм собрала коллекцию стоимостью около 3 миллионов долларов. Одним словом, завидный эталон задан. И вряд ли кто-нибудь из представительниц прекрасного пола осудит вас за попытку ее к этому эталону приблизить. Я думаю, что каждой девушке будет приятно оказаться, ну, как минимум, в таком стильном музее. Вань, а ты вообще знаешь, какие бывают сумочки? Ну, конечно, знаю, Лен. Бывают большие сумочки, бывают маленькие. И? Что, и очень маленькие. Ничего ты, Вань, не знаешь. Сумочки бывают разные, от миниатюрных клатчей до больших объемных торб. Следуя тенденциям 2015 года и советам мода-дизайнеров, сумки не только как сочетание с перчатками или обувью, но и как отдельный модный аксессуар. Также по советам дизайнеров сейчас сумки должны повторять принт одежды, включая даже текстуру ткани. Всевозможные виды, расцветки, формы, бренды и материалы, номером один из которых для настоящей леди всегда будет натуральная кожа. Правда, отличить качественный оригинал от подделки с первого взгляда не так уж просто. Все сумки имеют свои отличительные особенности в плане выделки кожи. То есть есть текстурные моменты, есть лак, есть лазерная обработка, то есть в данном случае она гораздо лучше, чем замшевая сумка, то есть в плане ухода она не стирается и остается, ну, как с картинки, наверное. Я нашел сумку, которая тебе точно подойдет. Ха-ха-ха, очень смешно. Между прочим, хороший чемодан, его еще и поискать нужно. Различные производители предлагают большой ассортимент чемоданов, начиная от текстиля, заканчивая пластиком. Ударопрочный, многослойный пластик. Он сделан из полипропилена с алмазной огранкой, которая не дает чемодану неподверженным царапинам. Есть поликарбонат. Это более жесткий пластик, однако он позволяет перевозить, допустим, сувениры стеклянные, какие-то фарфоровые предметы. Да, Лена, теперь я точно знаю, что нужно посоветовать твоим поклонникам. Ты еще можешь и забыть, вот я бы на твоем месте не рисковала и записала бы. Вот смотри, вот это клатч, это сумка из кожи ската, это под кожу крокодила, это с лазерной обработкой, а это с кристаллами Сваровски. Ну что ж, праздник, можно и потерпеть. Лен, давай вот это еще. Благодарим за помощь в организации съемок салон-магазин «Твой стиль» на Ленина, 23, лав-кафе на Ленинградской, 29 и магазин волшебных подарков «Лавка чудес», торговый центр «Смайлмарт».